Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Сюда. Ну, все будешь есть? Кукут-то все будет. Лиса убежала сразу. Она не хочет есть. Мясо надо. Лиса ворчать начинает. Ест по маленькому кусочку. Давай. Не трогай ты его. Не трогай своего друга. Не надо ссориться. Не, ну она будет есть или будет вынюхивать что-то, а? Ова, вот и все. Кот сожрал. Ну кто виноват? Надо было меньше. Это самое. Меньше думать надо. Давай. Начинает руки вынюхивать. Кого вынюхивать-то? Кот ничего не вынюхивает. Сразу все лопает и все. Ну давай, наелся уже что ли? Кого-то прислушиваться будет.
думать. Давай. Хулиганка. Ну все, она уже пошла зарывать, уже наелась она. Пошла уже искать, куда прятать. Ну, все, больше ничего не хочешь. Норму свою съедает и все, и начинает думать. Ну иди. Может, еще что-нибудь съешь. Ну. Опять аккуратненько берет. Ну, короче, нате, вот вам ягодки. Куда пожаловать-то? На. Кот, какой кот умный. Он одну не прожевал, уже вторую хватает. Марки, зайди скорее. Да? Ну-ка, то третий он возьмет, она даже не бежит. Она знает, что это. Знает, что не мясо это. Короче, все, она наелась маленько. Наелась и начала прятать. Начала бегать. А. Всякий случай спрячу, говорит, пригодится. А. Ну, кот сразу под офиненько вроде да, закладывает. Какой умник, а? Да, на сегодня.